Салехарде прошло заседание глав муниципальных образований. Его участники обсудили исполнение плана капитального ремонта общего имущества, а также поговорили о жилье. За последние 7 лет на Ямале расселено 439 тысяч квадратных метров аварийного фонда. Ключи от новых квартир получили больше 15 тысяч человек. В Новом Уренгое состоялся семинар с участием крупнейших заказчиков Ямала. Бизнесменам рассказали о правилах участия в госзакупках. Для индивидуальных предпринимателей это хорошая возможность выйти на новый уровень. В Новом Уренгое кассир банка выявил фальшивую банкноту номиналом в 5000 рублей. Как выяснила следственно-оперативная группа, купюру изготовили на принтере способом струйной печати. Подобный случай уже был зафиксирован в мае этого года.